Я хочу прочитать для вас «Ночные стихи» называется. Ох, эта женщина, ох, этот дом. А что, если там хозяин? Хотя, конечно, дом немного странен. Там пиросман в тяжелой деревянной раме. И суета мазков с других картин притом. Ох, эта женщина, ох, этот дом. Хозяин-джентльмен, какой изыск, как выбрит, как глаза глядят, а голос у него английский сад. А в этой комнате, наверное, хорошо встречать закат, и за вином в глаза друзей глядит тепло и близко. Хозяин джентльмен, умен, изыскан. Он по-восточному радушен, по-европейски сдержан, прост, советует. Прийти к нему я в гости, услышать поэтично европейский тост, природу или Бога будете благодарить за уши. Вот вам, что значит он грузин, он по-восточному радушен. Вы знаете, мой папа так играл, закрыв, как правило, глаза, и на любом звучащем инструменте, на фортепиано, скрипке и кларнете. Мы все по-честному немного дети, и этот дом моим немного стал, когда рояль в углу увидал. Мой папа, правда, пальцем только указательно играл. Но эта женщина при сдержанности всей меня ужасно поразила. Там были два ее портрета, очень мило, но живость ее цвета в красках так застыла, что ничего я не увидел там от ней. Неповторимая какая женщина при сдержанности всей. Когда ж она настолько с ним на миг наедине оставила, то я сказал, это мое такое правило, такие вещи говорить лишь засветло и не залазить в сад чужой мечты. Я все сказал, когда остался с ним. Это красивый портрет, я сказал. У вас красивая жена. Вот так, наверное, я начал. Хотя красивости художника украсили иначе ее лицо, которое в своих чертах свое естественное прячет. Вот если бы он ее нарисовал. Хотя красивый портрет, я сказал. Когда ж до то нас глазу на глаз с ней оставил, глядя на губы алые и черные глаза, о музыке что-то там сказал в ответ. Я простоту и искренность приятно услыхал, а к простоте, как это уж немало, чтоб сердце биться никогда не уставало. Ее глаза, как лани две, как продолжение того, что может быть во сне, и как улыбка первая наедине, как бег при солнце утреннем на огненном коне, как удивление детское в гористой и воинственной стране. А цвет лица ее – букет из разных роз, лиловых, желтых, белых, черных, которые весна тбилисской приносит, как утренний молочный воздух, как редкие оттенки и сияние звезд, как первый, сказанный удачно в жизни тост. А волосы ее, как вечер дыхания, как верные предчувствия того, что неизвестно нам заранее, как горных трав глухое трепетание, как первое и жаркое признание. А руки заслужили бы сравнение с лебедями, когда бы не вспоминал я женственное тело в них все эти дни.
со днями. Стихи для удивления существуют, не удивляется только слепой. Мой карандаш, хоть сколько строчек ты не спой, мы не увидим больше женщину такую. Да то. В стихах возможно вольное такое обращение, ведь это же мой кромный дом всегда, мое стихотворение. А в доме у себя ловлю себя на нежных изъявлениях к тебе, не говоря уже о том, что я могу на ритм сослаться и в оглавлении строфы не мог сказать «давит», как ни старался. Я уезжаю, и на память я из чувств признательности, а может и галантности немного ради, стихи – это волшебная галиматья. Ты не сердясь, возьми тетради, что написал в Тбилиси я. Они хоть рукописные, да то, зато посвящены твоей супруге. При розовой написаны пурге и вьюги, акации цвели весь май, как школьные подруги. А Пушкин так сказал о том. Но красоты, воспоминания нам сердце трогает тайком. И строк небрежных очертания вношу смиренно в ваш альбом. Он прав. Случайно, как-нибудь, вам на глаза вот эти строчки попадутся, и, может быть, ее, да и твои глаза приятно этому возьмут и улыбнутся. Ведь вот в чем суть. Случайно встречами у человека жизни путь. А если я еще в Москве издам свои стихи, не удивляйся. Ни стихам, ни посвящению, вот алиби мое грядущим, быть может, преступлению, что не за деньги я писал, а просто подарить стихи. И ночи были больно теплые и тихие.